Всем привет, с вами Маша Смолот, и сегодня мы делаем очередной кулон. Я подготовила эскизик. Так, дерево у нас ясень. Я еще не работала с ясенем, не знаю, надо попробовать. Вообще текстура интересная. В общем, как всегда, еле отпилила себе необходимый кусочек. Надо, конечно, что-то придумывать, потому что очень много времени потратила на то, чтобы отпилить такой вот брусочек. Беру обычную копирку, прикладываю эскизик.